ваших аплодисментов мы решим, кто же победит, получит кубок и пройдет в суперфинал. Поехали! Третий раунд! Ну что, давайте наградим ребят аплодисментами, овациями, громче, но не скупитесь. Это, поверьте мне, не просто вообще. Я думаю, это где-то лет 10-12 нужно каждый день, как на работу. Да, вот, друзья, кто-то ходит в офис, кто-то в спортзал, кто-то на танцполы тренирует. Вот так вот. Итак, друзья, давайте начнем. Начнем. Бутуз первый. Ваши аплодисменты! Бутуз был первый на сцене! Номер два – Алкалил. И номер три – Шустрый. Все понятно. Не знаю. Давайте еще раз для уверенности. Вот в другом порядке, Алкалил, ваши аплодисменты. Шустрые аплодисменты. И номер один – Бутуз, ваши аплодисменты. Я понял. Давайте скажем Алкалил, спасибо. Спасибо, ваши аплодисменты. И мы устроим дополнительный батл между Шустрым и Бутусом. Вы не против? Еще разок. Друзья, вы готовы? Есть трек у нас? Есть силы, парни?
Да, по выходу, друзья. Друзья, по выходу. Мы готовы? Поехали! Дополнительный раунд. Шустрый и бутон. Итак, друзья, все зависит от вас. Пожалуйста, соберитесь. Первым на этой сцене Белл Бутуз. Ваши аплодисменты. И Шустрый! Друзья, мне все понятно. Победил Шустрый! Но ваши аплодисменты! Друзья, это все было честно. И можно чуть музыку тише? Останься с нами, друзья. Вот мы обычно вручаем с Максом этот кубок, но сегодня, если вы обратили внимание, молчаливо сидел человек. Именно он будет вручать кубок. Что это за человек вкратце? Это человек очень богатый, девчонки. Именно он привез где-то 46-7 лет назад брейк сюда, в Москву. Это художественный руководитель группы «Захвата». Отец этих парней, Анвар, под ваши аплодисменты! Это мультимиллионер Брейкбасо! Анвар, где куб? Пошли, ребята, руки, они все старались. Это ритуал, который нельзя. И отдай им паспорта, они старались все же. Мы видели, как ты забирал у них документы. А еще твой не вернули. Вот кубок, вручай, пожалуйста. Вот он, Шустрый. Заслуженно под ваши аплодисменты, друзья, давайте поаплодируем. Ваши аплодисменты, Шустрые! Браво, браво всем, друзья, давайте семейную фотографию, и мы продолжим. Да, отец и дети, преподаватели и ученики. Друзья, мы ждем вас завтра, мы ни в коем случае не говорим вам сейчас до свидания. Ночь продолжается, продолжаем танцевать, пить, веселиться. Завтра, напоминаю, концерт Никиты Малинина. В субботу, Максим, ждем вас всех. С вами был Макс и Артем Близнецы. Всем спасибо, поехали!